Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, и на экране главное предложение нашего дня – это плед «Мягкие объятия». За первую презентацию нашего пледа было куплено 3000 экземпляров. Представляете, сколько семей получили свои «Мягкие объятия». А ты знаешь, Юль, муж уехал в командировку позавчера, и мы с Милашкой, с дочкой залезли под плед, укутались, и все, папе звоним, папа, у нас есть «Мягкие объятия», мы о тебе вспоминаем. Да, плед – это символ заботы, символ дома, и, конечно, он может обнимать почти как близкий человек. Точно. Это очень всегда приятно. Но наша коллекция необыкновенная сегодня. Кроме того, что пледы двухфактурные, одни из любимых на телеканале «Шоп-н-шоу», это еще и по рисункам эксклюзивная коллекция, которую мы готовили с нашими российскими художниками прямо специально к весеннему празднику 8 марта. Таких рисунков у вас еще не было. Это сразу и просто бесподобнейшая сегодня красота и по цвету, и по фактуре, и по рисунку, еще и тепло и забота. Плед двусторонний с эко-мехом. Это плед, который можно стирать в машинке. Он прослужит вам 10 и более лет. Сохранится в первозданной красоте благодаря современным технологиям. Вы будете стелить его везде, на кроватях, диванах, креслах, дарить, конечно же, в подарки близким и, безусловно, использовать как теплое одеяльце, как это сделала наша Людочка. Ну что ж, давайте выбирать цвет. Юль, как называется мой наряд? Фиолетовый оттенок, цвет творчества и гармонии. Мягкие объятия в этом цвете подарит яркий акцент интерьеру. Выбирайте, если интерьер немножко заскучал. А вот этот цвет, зеленый называется, это мой выбор на сегодня. Ах, как хороши на нем тюльпаны. Боже мой, практически 5D-эффект. То есть это живые цветы. Конечно, такой плед украсит и кресла, и диваны, и сделает такой вот буквально весенне-летнюю обстановку в доме сразу же. И коричневая вариация, мы сегодня ее используем в качестве покрывала. Здесь у нас двойная печать, осенние деревья и очень красивые 3D-розы для вас, женщины. Ну что ж, давайте выбирать еще и размеры. У нас 4 размера, есть редкий односпальный размер, это кресельный. Также есть полутораспальный, двухспальный и евроразмер. И цена только сегодня, завтра будет на 1400 рублей дороже. Сегодня плед от 999 рублей. Это уникальное предложение, которое вы найдете только на нашем телеканале. В магазине такого пледа нет. Вот, кстати, про магазин, Юль. Заходишь в магазин, и все пледы одинаковые. Либо вот так, односторонний, либо вот так. А у нас-то здесь 2 в 1. Посмотрите, у нас здесь действительно 2 в 1. Плед «Мягкие объятия» у нас с вами и красоту дарит одновременно. И вот такой вот он плотный и качественный. Да, с другой стороны у нас с вами эко-мех, который дарит тепло и заботу. Уникальная конструкция пледа подарит комфорт круглый год. Юль, ну а за счет чего такое тепло плед дарит? А вот смотрите, вот эта сторона, на которую я как раз хочу обратить внимание, это эко-мех с теплом овечьей шерсти. Именно благодаря тому, что волокна здесь пористые, хорошо держат воздух, прекрасной теплоизоляции обладают, у нас с вами лечебное тепло. Ого. Тот же самый температурный режим, что и от овечьей шерсти. А это значит, прогреваем мышцы, суставы, улучшаем кровообращение, согреваемся и повышаем иммунитет. Не просто плед, а плед, который заботится о вашем здоровье. Украшайте интерьер и, конечно, засогревайтесь в осенние, весенние, да в летние холодные вечера. 999 рублей начальная цена. Ну и давайте выбирать цвет. Давайте посмотрим, какие есть. Оттенки замечательные, а главное эксклюзивные. Специальная коллекция телеканала «Шоп-н-шоу». Зеленый с тюльпанами. Жизнь, весна, лето. Солнечно дома. Очень красивая коллекция. Фиолетовая вариация сейчас на экране. Мягкие объятия буквально с 3D-цветами. Это модная технология. И это, конечно же, вещь, которая украсит интерьер по-особенному. Плед «Мягкие объятия» коричневая вариация сейчас. Здесь двойная печать, многослойная. Осенние деревья и сверху цветы. Эта тенденция начала использоваться не так давно. Вы подчеркнете престиж дома и свой вкус. Ну, на самом деле, хорошие расцветки. Есть из чего выбрать.
Юль. Точно. Ну а как еще можно, вот кроме как заправить кровать, использовать? Смотрите, конечно же, у нас евроразмер идет как покрывало. Угу. Пожалуйста, это шикарно. Мы защищаем постельное белье от пыли, от повреждений. Если хотим ложиться в чистую свежую постель, ну, конечно, без покрывала никуда. Вы можете укутываться как одеялом, как и мягким пледом, например, после ванны, или если холодно, отключили отопление. Позаботьтесь о ваших близких, это проявление заботы и тепла. О ваших малышах, конечно же, которые мерзлявые, конечно же, чтобы они не болели. Вот так вот им чашечку какао и в уютные объятия пледа. О бабушке, о мамочке, которые любят повязать, ножки мерзнут, поэтому укрывайте их вот такой коллекцией пледов. Очень плотные, густые, пушистые. А еще смотрите, какие у нас дизайны. Это эксклюзивные дизайны от художников российских. А значит, вы можете как защиту мебели использовать, как элемент декора, например, для ваших диванов и кресел. Юль, ну вот ты говоришь, так использовать и туда, и сюда, и укрыться, и накрыться, да? Ну а через год-то что с ним будет? Ты знаешь, здесь использованы стойкие красители нового поколения, поэтому плед «Мягкие объятия» можно много раз постирать. Ну, а мы с вами проведем даже сейчас эксперимент на устойчивость окрашивания. 5 баллов из 5, то есть это вот высокий это да. уровень окрашивания, если мы говорим о производственных моментах. Мы наливаем с вами кипяток, прям вот только вскипевшая вода, в прозрачную миску. Сейчас возьмем с вами что? Пожалуй, фиолетовый цвет, ну, самый сочный, там и зеленые оттенки есть. Вот запотела мисочка, видите, потому что прям кипяток. Окунаем, и это агрессивная так. среда для красителя. Если сейчас выдержит, если вода сейчас не помутнеет, вода не превратится в зелено-фиолетовые оттенки, тогда все в порядке. То надо брать. Тогда надо брать, действительно, и тест мы прошли. Вода прозрачная с пледа льется, водичка остается прозрачной, значит, плед можно много раз постирать. И при температуре 30 градусов вы сохраните его на долгие 10 лет. Юль, ну вот у меня кот, который тестирует все пледы на прочность. Он сразу залезает на новый и начинает драть как когтями. Выдержит? Выдержит. Посмотрите, вот на складочках я как раз показываю, какой он добротный. Здесь очень плотное, прочное трикотажное плетение. Мы можем это проверить вместо кота нашего металлическими щетинками брашинга. Ничего невозможно испортить. Износостойкий, добротный, долговечный. Выбирайте мягкие объятия. Каждый дом должен быть теплым и мягким. Мягкие объятия – это ваш лучший помощник в этом. Укутывайте ваш дом и передайте ваше тепло вашим близким и родным. Сегодня еще и получится не 999 рублей.